А сейчас на эту сцену я приглашу следующего артиста. Матаня. Артист. Исполнительница песен на стыке эклектичных жанров, мелодии которых вдохновлены фольклорной музыкой. Визуально-музыкальные эксперименты в эстетике Dark Folk Cabaret. Матаня – разновидность частушечного жанра. Так обращались к возлюбленному на Руси. Матаня – это краш. По некоторой этимологии, матаня – выматывающая душу. Ее музыка – темная, сказочная нежность. Итак, встречайте! Участница фестивалей «Дикая мята», «Урал Мьюзик Найт», «Молодые ветра нашествия», победительница шоу «Звезда» 2023 года, полуфиналистка шоу «Голос 10» команда Градского, участница шоу «Песни на ТНТ», резидент арт-кластера «Таврида» Матаня! Добрый вечер, Тула. Остались самые стойкие. Я рада сегодня быть здесь, поддержать мою подругу Ирину Брыкову в этой прекрасной задумке этноконференции. Сегодня для вас спою несколько своих композиций. И начать хотелось бы с песни, которую как раз-таки пела в телепроекте «Голос» во лугах. Хочу, чтобы вы сегодня получили заряд правильной, мощной, народной энергии и ушли с этого концерта наполненные и одухотворенные. Поехали! Я тебя люблю, да,
за старого заяву можно. За старого заяву. Спасибо большое. Следующую композицию хочу объявить прямо-таки, потому что именно с нее начался весь мой музыкальный путь. Однажды, услышав коллектив «Ведан Калот», я вдохновилась их музыкой, их особой атмосферой и решила создать свой мир, мир Матани. И в далеком 2019 году, еще до «Звенты Свинтаны», случился мой трек «Маки». Я называю эту музыку коллективной бессознательной. Ее не нужно воспринимать умом, ее нужно воспринимать телом и отдаваться этому первозданному чувству. Вот, посвящаю вас свой небольшой шабаш Маки. Yeah.
такая вот страшная русская сказка, как я называю. Вообще, мой проект был создан с целью популяризировать этнику, народную музыку не только в слоях фольклористов, люди, которые любят ее и понимают, но и в слоях моих сверстников, которым близка электроника, которым близка тяжелая, может быть, какая-то андеграундовая история. Я решила соединить, как мне казалось, несоединяемое. Следующая песня еще более экспериментальная, приготовьтесь. Это фольклор моего Липецкого края, откуда я родом. Но не совсем обычный. Это техно-трек на злободневную тему, которая сейчас нас всех очень сильно волнует. В сочетании с фрагментом, опять же, из телепроекта «Голос». Я была в команде Александра Градского, он тоже был человек такой экспериментатор. И был этап, когда я исполняла свадебный архангельский плач. Это было не пение, это был крик. На Первом канале довольно новое явление. И я решила его увековечить на стриминговых площадках, и сейчас... Самое подходящее время исполнить эту композицию. Oh,
Браво! Для тех, кто не знает, у меня очень разное творчество. Я сейчас вам это докажу и продемонстрирую. Меня тут один человек просил провести розыгрыш. Я такое обычно не делаю, но он предложил. Дело в том, что у меня 23 числа большой сольный концерт французского шансона. Я пою на французском языке, а французскую музыку. И у вас есть уникальная возможность выиграть билет совершенно бесплатно на этот концерт, если кто-то хочет увидеть меня в другом проявлении. Что для этого нужно сделать? Нужно зайти в ВКонтакте, найти мою официальную группу. Меня зовут Матаня. Латиницей пишется Матаня. И под последним постом написать «хочу на концерт». Ну и подписаться на группу. И случайными числами мы выясним, кто пойдет отправиться на этот концерт. Вот. А в подтверждение того, что музыка бывает разная, я чувствую тоже фольклор по-разному и трактую его. Я исполню последнюю песню, которая называется «Заворожу». Это нечто поп-фолк. Наконец-то будет веселая песня, под которую можно будет подвигаться. Посвящаю ее всем женщинам, потому что в нас, женщины, есть чудесная магическая энергия, которую мы должны уметь использовать. «Заворожу». А вы пока ищите группу «Матаня» ВКонтакте. Когда в небе родная звезда засияла, я тебя для себя сгадала. Ветры злые, бури большие нам с тобой не помешали. Собирайтесь ночи, улетайте вдали горы, чтобы наш день был самый лучший. И чтоб нас не настигло горе моей силы, я чувствую белые чары, я многого у тебя не прошу. Ты не бойся, милый, небесной кары, я сама тебя заворожу. Я уже люблю мои силы, я чувствую белые чары, я многого у тебя не прошу. Ты не бойся, милый, небесный горы. Большое. До новых встреч на новых концертах. Супер. Вот это поет. Ирина Брыкова, организатор всего. Выматывающая душу Матаня! На этом наш концерт должен быть закончен. Но сейчас ко мне подошли наши музыканты, которые общались вот на протяжении 3 дней. Давай Поближе. 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 Поближ
Да, конечно, голос у вас классный, что говорить. Не то, что да. Неожиданно просто. Ну так не зря же победитель. Да, не зря. Еще один разочек. Нет, а я тоже хочу сфотографироваться. Я что здесь? Обязательно, обязательно. Таня, а мы можем твои вещи забрать из конференц-зала, а переодеться? Да. Девочки, надо забрать вещи Тани из конференц-зала. Так, подожди, не буду. Ирина, только там вещи раскиданы. Они соберут вообще все. Мы тоже, Ой, ну мы с вами в одно место едем. Конечно. В одну локацию. Я ждала. А, выходить в концерт? Что? Так, ну, а сфотографируйте кто-нибудь. Только смотрите, чтобы вот эти купола тоже были. Так, ты переверни. Вот кто-то, вы прям это... Продуманно, режиссер. Подожди, ну я же... Купола видно? Купола видно? Да, конечно. Да. Я же не в Крыму. Особенно на спине. Улыбаемся. Купола видно? Всем спасибо большое. Сейчас проверим. Не отходите. Не отходите. Так. Да вы что? Я не слышали просто про цыски шансона. Да, я немножко напряжена, но ладно. Как напряжена? Не, красиво. Ну, мне тоже пришли, типа, сфотографируйте. Так, буду снимать.